Проанализировать работу зайнских образовательных организаций собрались директора школ. Встреча прошла на базе Зайнского политехнического колледжа. Перед пленарной частью участникам встречи показали учебные базы колледжа, где студенты отрабатывают теоретические знания на практике. Мастерская сварочного производства. Мастера у нас с большим опытом Гусман Минхарисович и Валентина Васильевна. Это наши студенты, которые, в частности, готовятся и к профессиональному, так скажем, конкурсу WorldSkills. Показали директорам энергополигон, который в последние годы стал особой гордостью учебного заведения. В ресурсном центре готовят специалистов, которые сегодня востребованы на рынке труда. Первые 8 студентов энергетического факультета уже трудоустроены в сетевую компанию. И тот барьер, который, значит, необходим был для того, чтобы преодолеть для поступления в центр работ под напряжением, это 2 года стажа, во время процесса обучения в колледже уже будет отрабатываться. Кроме того, гости посетили музей Зайнского политехнического колледжа и более подробно ознакомились с направлениями работы учебного заведения. На пленарной части был обсужден мониторинг образовательных результатов, сделан анализ и обозначены перспективы. Завершилось совещание торжественной церемонии награждения педагогов Зайнского политехнического колледжа. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Зайнска.